Среди вопросов повестки дня – изменения в бюджет текущего года. Прогнозируемый доход Десногорска ранее был увеличен на 36 миллионов. Из них более 33 миллионов распределены на Комитет городского хозяйства. Эти средства – субсидии областного бюджета на ремонт городской улично-дорожной сети, в том числе на асфальтирование дороги в деревне Сосновка. Работы будут вестись поэтапно с 1 апреля. Закрываем всю проблематику по уличной дорожной сети текущего года, начиная от парковки, где у нас там остались объемы N1. Общее благоустройство города на этот год включает ремонт 5 территорий по программе «Комфортная городская среда». Кроме того, запланированы работы в детских садах «Ласточка» и «Дюймовочка», а также приобретение 2 единиц коммунальной техники для компании «Служба благоустройства». Довольно-таки большой спектр работ предстоит в этом году на выполнение. На балансе города продолжает находиться банно-прачечный комплекс «Латона». Организация уже давно не является эталоном подобных учреждений. По этой причине для вывода «Латона» из кризиса предложено создать рабочую группу. С целью вообще понятия дальнейшего развития данного учреждения, так как на сегодняшний день оно, на мой взгляд, мнение большинства членов комиссии, оно идет по пути деградации. Депутаты различных фракций и общественники должны будут провести комплексное обследование учреждения и предложить варианты его развития. Предварительные результаты в июне нынешнего года. Будет уставное совещание рабочей группы, где разработается план дальнейших действий. Да, предупредят руководителей, представят своим предполагаемые вопросы. Также на заседании депутатам областной думы Михаилом Лосенко было предложено рассмотреть возможность утверждения кандидатов на руководящие должности в администрацию и предприятия города через согласование с городским советом депутатов. Это благодарно и долго. Подумайте. Кроме того, Михаил Лосенко обратился к депутатам с просьбой взять под особый контроль все этапы реализации программ уличного городского освещения на территории Десногорска. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.